нас будет увлекательный, веселый и интересный курс о старости. Я была очень счастлива, когда мне предложили его разработать. Я преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, но я преподаю также лет 10 у вас в Курске, лет 10 в Мурманске, с начала основания учебных заведений там. Преподаю также в Омске, в Перми, много где. Я такой разъездной миссионер, проповедник и историк. По образованию я как раз подготовлена к этому курсу, потому что я кандидат педагогических наук. Это психология, педагогика, это мои курсы по образованию. Зовут меня Марина Сергеевна Каретникова, и я подходящий преподаватель для этого курса, потому что мне 78 лет. Я счастлива в своем возрасте, поэтому я буду подчеркивать благословение старости, красоту старости, преимущество старости. Понимаете как? Я обнаружила, что у меня очень много, начиная от античности и средних веков, очень много у меня единомышленников в этом вопросе. Значит, у нас будут такие темы этого курса. Я начну, это как введение будет, я начну с самого начала, то есть из Библии. Я прочитаю, что говорит Экклезиаст о старости. Это, знаете что, такая нулевая точка отсчета, потому что Экклезиаст – это, можно сказать, наиболее разумное отношение к Богу природного человека. Природный, естественный человек, невозрожденный человек. Вот средний человек, живущий на земле, как он воспринимает старость. Ну, и вот с этого мы начнем. И потом будет у нас вот песня восхождения. Все больше и больше будем узнавать. У нас будет исторический очерк сегодня. Сегодня тема у нас – исторический очерк геронтологии. Это античность. Платон, Эпикур, Стоики, Цицерон. У него прекрасная большая есть работа, называется «О старости. Средние века». Затем завтра будет у нас научный взгляд на старость, психофизиологические особенности старости, психология преклонного возраста, характеристика разных периодов старости, причины и секреты долголетия. Затем будет библейский взгляд на старость. Потом различия научного и библейского взгляда. И, наконец, мы рассмотрим проблемы старости человека. Это будет проблемы вдовства, одиночества, уныния или депрессии, болезни. И потом... Тема эта очень важная для всех нас. Что может церковь сделать для пожилых членов? И, наконец, хороший конец жизни или же кончина. Это тема для меня, я называю, сладостная тема, потому что она очень много интересных имеет особенностей для нас, верующих. Вот такой курс. И сегодня, значит, это будет введение... исторический очерк геронтологии, но прежде мы прочитаем вот из Библии. Что-то я могу пояснить, а что-то не могу пояснить в этом описании у Экклезиаста. Это последняя глава Экклезиаста. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, дом стерегут, дом держит руки наши, пока не задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, ноги согнутся, мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их уже немного осталось.
и помрачаться смотрящие в окно. Эти образы понятны, да? И запираться будут двери на улицу, так поэтично выражено. Это называется по медицине запоры. Запираться двери на улицу. Когда замолкнет звук жернова, это я не знаю, и будет вставать человек по крику петуха, то есть рано вставать будет просыпаться, и замолкнут щели пения. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. Читала я повесть одного венгерского писателя, который описывает так, что, говорит, я уже не так, чтобы старый, но пожилой человек, и я нормально себя чувствую, но вокруг меня почему-то все ненормальное. Во-первых, все говорят тихо. Я говорю, погромче. Все шепчут. Во-вторых, газеты стали печатать. Ну, невозможно прочитать. Ну, что за шрифты такие? Мелкий шрифт очень. Понятно, да? И потом чего-то с улицами стало. Все дороги в горку. Как не пойдешь, все в горку. Ну, это называется «высоты страшны, и на улицах ужасы». И зацветет миндаль, это вот белая голова. Отяжелеет кузнечик, у нас есть кузнечик. Вот он отяжелеет, бьется тяжело в груди. И рассыпется каперс. Вот это недавно я узнала значение, что такое каперс, придает аппетит. Ну, то есть рассыпется каперс, исчезнет аппетит. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Вы знаете, что это все физиология, но в таких красивых образах. Когда тут говорится о кувшине, я что-то вспоминаю, почки, похожие на кувшины такие, да? Вот. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот такая картина, такой взгляд на старость, который присутствует у природного человека. Никто не говорит, что это лучшее время моей жизни. А многие верующие так говорят, и я так говорю. Это лучшее время моей жизни. Я не хочу в свою глупую юность, я не хочу в свое бессознательное детство свое. Понимаете ли, это время плодов, это время итогов. И я хочу сказать еще, Бог очень ценит старых людей. С ними можно разговаривать, и они очень много понимают, когда Бог им говорит. Стали понятливые. Ну и какие взгляды на старость были в древности? Сейчас мы обратимся к нашим авторам. Исторический очерк геронтологии. Но еще несколько слов я хотела до этого сказать. Размышления о времени, размышления о мудрости. Нам поможет здесь Федор Тютчев, стихи. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир. От желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Ото всего, что тем задорнее, чем глубже крылась с давних пор, и старческой любви позорней сварливый старческий задор. Такое глубокое назидание. Вот. И
Знаете что, сейчас, когда начинаешь размышлять над Библией и уразумевать жизнь человека и смысл этой жизни, делаешь какие-то удивительные открытия. Бог дал нам время жизни. Это время, это отрезок вечности. До нашего появления мы вечность. После нашего ухода – вечность. И вот отрезок вечности – это наша с вами жизнь. Это как сказал мудрый Афанасий, герой Первого Вселенского Собора. Он сказал, только Бог, который вызвал нас из ничто, может снова вызвать нас к жизни из того ничто, в которое мы впадаем, когда мы живем без Бога. Когда мы живем без Бога, это тоже как ничто. И рождение свыше – это то, что назначено нам в течение этого времени, отрезка жизни нам данного. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Я обнаружила, что дар покаяния, дар рождения свыше от Бога, возможность быть сыном и дочерью нашего Господа, эта возможность дана только человеку. А ангелы каяться не могут. И у них нет такой возможности, им не дана эта возможность. Это только человеку дано. То есть это удивительный дар покаяния. И жизнь церкви, жизнь верующего на земле среди суетного мира и развратного мира представляет собой огромный интерес для ангелов. Они наблюдают за нами. Они хотят проникнуть в некую тайну, которая им не открыта. Это тайна Церкви, тайна жизни людей в Царстве Божьем, которого на земле еще нету. И мы только молимся, да приди Царствие Твое. Его еще нету на земле, но в нас оно есть, в Церкви оно есть. И ангелы хотят проникнуть в это. Как это получается, когда человек грешный, слабый, немощный, полный пороков, как он может верить и уподобляться образу Иисуса Христа? Это удивительные вещи, тайны, которые хотят проникнуть ангелы. И вот Бог, значит, дал нам этот период времени и объяснил в Слове Своем, как нам надо его проводить, чтобы приобрести сердце мудрое. Время – это отрезок вечности. Когда мы родились, началось это чудо. Началась наша жизнь, дарованная нам Богом. Потому что мы сами в себе жизни не имеем. Жизнь Божья. И Бог сотворил небо и землю. Это вертикаль нашей жизни. К небу нас Бог призвал. Вы знаете, тут вот недавно рождественские праздники прошли, новогодние праздники. Поэтому как-то все мы были призваны размышлять о вечности, о смысле жизни, о полном изменении жизни с приходом Иисуса Христа. И вот я такая пораженная остановилась перед стихами. Они записаны 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, это будет глава 15, стих 19. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Я никогда это не понимала. И мне кажется, я сейчас поняла. Почему мы несчастнее всех людей, если мы надеемся только в этой жизни? Потому что то, на что мы надеемся в этой жизни, мы надеемся в этой жизни. Мы благодарим за хлеб. Мы просим помощи на дорогах, мы
просим помощи, когда мы заболели. Мы надеемся на Христа в этой жизни. Но вот весь смысл этой нашей жизни и смысл вот возрастания в вере, и смысл старости, когда мы все больше и больше начинаем видеть то великое, что Бог сотворил в деле нашего спасения, что это главное, что Он сотворил. И это то, на что мы можем надеяться, на жизнь вечную, на усыновление в семью Божью, на, если ближе к нам говорить, на то, что Бог будет делать нас целостными людьми. Потому что мы раздерганные грехом. Говорим одно, думаем другое, желаем третьего. Бог делает нас целостными. Делает нас правдивыми, честными. Жизнь выстраивается вот в одно целое. И становится целым. Это удивительная вещь, что делает Господь с нами. И вот это вот то, что, на что следует надеяться, уповать, чего держаться и чего мы научаемся делать к старости. Поэтому вот люди несчастнее всех людей, если они только в этой жизни надеются. Весь смысл нашей жизни, что нам обрести веру и упование на невидимое, а не на видимое. Это мы будем говорить, о церкви будем говорить, как это главное отличие человека мирского и человека верующего. И также взгляд старости верующей, старости неверующей. Мы умеем видеть невидимое и уповать на невидимое. И это вот Бог сотворил светило, чтобы отсчитывать время нашей жизни, чтобы мы приобрели сердце мудрое. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Это Псалом 89, 12. Но это вот то самое, что я сказала вам сейчас. Приобрести сердце мудрое – это научиться вечные вещи считать главными, а временные вещи считать второстепенными. Потому что человек начинает жить, считая наоборот. Бог дал нам других людей, чтобы мы любили их. И Бог дал нам вещи в нашей жизни, чтобы мы пользовались ими. Но человек грешный перевернул это все. Мы любим вещи и пользуемся людьми. И вот в течение жизни Бог учит любить людей, а вещами пользоваться. Как Павел говорит, я могу благодушествовать и в изобилии, и в скудости. Я могу благодушествовать. Правильный выбор, который человек делает сегодня, решает, какой будет завтрашний день. То есть выстраивание жизни день за днем зависит, этот будущий день от сегодняшнего зависит. Какие выборы мы сегодня сделаем. И поэтому вот это вот удивительное характеристика этого курса, который я вам собираюсь читать. Наша жизнь представляет собой не отрезки детства, отрочества, юность, а это целое, это дерево, которое растет. Это нечто очень целое, взаимосвязанное, когда в предыдущем закладываются почки для завтрашнего, резервы какие-то для завтрашнего дня. Это жизнь цельная. Знаете, что обычно у меня аудитория состоит из студентов, из молодых людей, 20-летних, 25-летних. Вы знаете что? И я говорю вам, дети мои уже опоздали слушать этот курс. Еще раньше надо слушать, потому что если у тебя сейчас в молодости неумение дисциплинированно жить в этой жизни, что у тебя будет в старости? Если у тебя сейчас неумение прощать и обращаться с людьми, то что это будет в старости тогда? И если у тебя нету дисциплинирования своего ума сейчас и дисциплинирования памяти, то потом будет просто маразм, когда ты не вспомнить, не запомнить, не можешь, запутываешься в этой жизни. Я такие интересные вещи узнала, когда вот я готовила этот курс, что голова всему делу – наша голова.
Оказывается, чтобы быть тебе в форме, ты нужен, голова должна все время занята. Должны быть планы, проекты, запоминания, новые книги, новые места, в которых ты бываешь, новый опыт, который ты переживаешь. Это непременно должно быть. Если ты живешь прошлым, то ты уже конченый человек. Это уже все, точка. Понимаете ли, ты должен жить всегда будущим. Написано в Библии: ожидание праведного – радость. Поэтому всегда лучшее, милые мои, лучшее наше всегда впереди. Наше лучшее всегда впереди. Ожидание праведного – радость. Нас впереди ожидает радость. Когда жизнь кончится, умирать будем, что впереди будет? Радость. Понимаете как? И вот это вот совсем другая ориентация всей жизни. И закладывается это тоже все, начинается с детства. Зрелость – это способность жить и ориентироваться в жизни, и уметь осуществлять свое предназначение. В младенчестве мы этого не можем. Без Бога мы этого не можем и в зрелости. Поэтому апостол Павел учит новообращенных, верующих в Ефесе: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». То есть дарованным временем, оказывается, это время, которое нам дано для жизни, нужно дорожить. Это время у нас могут украсть. Мы сами можем его растратить попусту. А лукавство этих дней, почему дни лукавы? Потому что какая-то деятельность нам может казаться очень важной, а это пустая суета. Время может казаться бесконечным, а оно вдруг кончается. Время нашей жизни и его плодотворность поэтому тесно связаны с мудростью, не житейской мудростью, а мудростью во Христе. Поэтому есть огромная ценность времени. Дорожите временем. Тут сказано еще приобретать мудрость, чтобы мы могли ценить это время и выстраивать свою жизнь. И интересно, что где мудрость находится? Она со смиренными, это притчи 11.2, она с теми, кто умеет советоваться с другими людьми, а не говорит: я сам все сделаю. Это притча 13.10. Это страх Господень научает мудрости, когда ты ходишь перед Богом и решаешь свои вопросы перед Ним. Это 15.33. И дух в человеке, и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Если мы что-то уразумеваем, надо поблагодарить Господа. С течением времени, вот старость – это время, когда человек начинает понимать, что все им, от него и к нему. Все от Господа. Знаете, я помню, когда я была еще не пришла к Господу, но у меня был глубокий христианин-отец. И он часто говорил мне со слезами на глазах. Он говорил: это милость Божья. Ну, когда я экзамены сдам или куда-то билет куплю и могу ехать куда-то, или когда еще что-то, друга, подружку там нашла. Он говорит: это милость Божья. И так он с таким глубоким чувством это говорил. Но у меня вызывало это всегда очень раздражение, потому что я говорю: что он говорит? Это же я. Это я сделала, это я нашла, это я написала, это я, понимаете? А вот с течением времени почему мудрость приобретается? Ты понимаешь, что ты имеешь, чего бы ты не получил. То есть ты видишь полную свою зависимость от Господа и Его участие во всех мелочах твоей жизни. Потому что ты понимаешь, что, как написано, Он сотворил сердца всех их и вникает во все дела их. Что занимает наше сердце, выходит то, интересное Божьему сердцу. Он вникает во все дела их. Это удивительная вещь. Вот. И в старцах мудрость, и в долголетних разум поэтому. На этом цитате стоит остановиться. Старые люди в наше время, они в пренебрежении. Но в Библии есть очень серьезное предупреждение. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. Где не уважают старцев, там не пощадят и юноши.
Поэтому молодые могут не думать, что, ну, это старики, их время прошло. Смотри, следующий будешь ты. Сегодня мы видим справедливость этих слов. Они записаны дважды. Второзаконие 28.50 и второе Паралипоменон 36.17. И отношение к старости – это показатель культуры и духовности. В любом обществе, если хочешь узнать, что это за общество, посмотри отношение к детям, к женщинам и к старикам. И ты увидишь уровень культуры в этом обществе. Вот. И проявления мудрости, они удивительные. И дом устрояется мудростью. И мудрые утешают мятеж, они миротворцы. И мудрые сберегают знания. А знания хочу в связи с нашим вот этим курсом, как он называется, дистанционного образования. Вы знаете, что я обнаружила? Я по многим церквам, вот во многих церквах бываю, и есть благословеннейшие церкви, где учеба, изучение Слова Божьего поставлено в центр. Это не только проповедь, это изучение, либо это, значит, какие-то институты там, вот в Мурманске, я говорю, там все учатся. Либо они учатся, либо они учат, все члены церкви, все участвуют. И тогда совсем другое лицо церкви, она приобретает черты вот той настоящей первой церкви. Энтузиазм, любовь к Богу, любовь друг к другу, подвижность, легкая подъемность. Но понимаете ли, это не может быть, если только одна проповедь без глубокого изучения слова. Потому что написано, что слово жизни, это жизнь вливается в сердце. Я просто в Мурманске, у меня 120 человек учатся. Три группы у меня по 40 человек. И такой там энтузиазм. И это, конечно, влияет на всю церковь. Так вот, сберегают знания. И мудрость разумного – знание пути своего тоже написано. Человек знает, куда он идет, зачем он живет, что перед ним стоит, какая его роль в этой жизни. И мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Мудрость лучше силы, лучше воинских орудий. Приобретай разум, приобретай мудрость. Вот. И почему в Библии часто говорится о мудрости именно старцев? Потому что в послании евреям написано так. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Это евреям 5.14. «Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Для этого нужно время. Для этого нужны годы, десятилетия, чтобы иметь навык. То есть должно быть много-много происшествий и событий, которые нас тренируют. Понимаете, вся жизнь наша – это все, за все слава Богу. Потому что испытания нам для укрепления, укоренения, для вот этого развлечения добра и зла. Это нужно очень много прожить и пережить, чтобы различать добро и зло. И мудрость – это то, что можно потерять. Был такой великий ангел. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» – Иезекииль 28.17. Это написано о помазанном Херувиме, который был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнистых камней. «Тщеславие» – это пустая слава, это то есть слава человеческая, когда я не Бога славлю, а себя прославляю. Это слава человеческая, прославление себя, самомнение, самовозвеличение. При этом мудрость, она исчезает, она теряется. Тут у меня еще есть интересная мысль о ценности времени. Вы знаете, что каков был бы каждый момент нашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним? У меня отец начал активно проповедовать и активно участвовать в жизни церкви, когда ему было лет 70 лет. И до старости своей, до смерти, до 80 лет он проповедовал. Мне говорили потом старенькие наши,
Он говорил так, как будто он говорит последний раз в жизни. Ну и, естественно, он имел основание так думать. И он был так счастлив, что обстоятельства сложились, что он может проповедовать. Как будто последний раз в жизни. Так странно. Мы считаем, что вот мы тут родились, а там вот будет смерть у нас. О, не видать где-то, очень далеко. Вот я вот из Мурманска приехала, и там было у меня трое похорон. Один мальчик 30-летний, его лавиной, он на лыжах катался в Кировске, его лавиной завалило. Девочка, сестричка, 35 лет, хорошенькая, активная, веселая, любимая жена, мать троих деток, от рака умерла. Молодой очень успешный служитель, пастор церкви, 39 ему было. Он исправился, лед, управление, машина, его раздавило. Это вот за короткое время, что я там была. Молодые люди. Это все трое молодые люди. Понимаете, мы ничего не знаем. Время наше, оно сокрыто от нас. И поэтому жить так, что, может быть, это последнее время, что ты живешь. Сейчас я к вам ехала из Мурманска через Москву. Я там задержалась встретиться с подругой. Ну, подруга соответствующая, как я, тоже пожилой человек. И мы с ней встретились, что, может быть, последний раз. Такое может быть? Ну, может быть, может быть. Вот. И уж как мы там провели это время с ней под этим знаком, я вам даже рассказывать не буду. Представляете? То есть все было значимо, все было полно такой любви, внимания, чуткости, заботливости. Потому что, может быть, последний раз оказать и любовь, и внимание, и послушать, и вникнуть, и помолиться, и Господу все принести. Поэтому это памятуя, что все имеет и свой конец. Каковы были взаимоотношения? Как редко сознаем, что такое настоящий миг? Мы знаем прошлое, мы знаем будущее. Достоевский, вы знаете, что он пережил... Казнь была гражданская, когда его должны были повесить, а потом заменили на каторгу. Но он пережил эти моменты. И он потом вспоминал, какое было синее небо, какие были чудные деревья. Какая красота в мире была, пронзительная, которую я должен сейчас потерять. Ну, потом заменили, и он потом с печалью говорил. И я все это потом в течение жизни забыл. Как такая чудная жизнь, просто жизнь. Неважно, бедный, богатый ты, что у тебя дано это небо, это дивная природа, это дивное богатство Божие. И знаете, что к старости это тоже начинаешь все ценить гораздо больше. Потому что ты в молодости ты бежишь, как само собой разумеющийся тебе фон, на котором ты живешь. Ну, поэтому жить так, чтобы мы могли встретить смерть на гребне жизни, а не на ее спаде. Быть перед смертью – это быть перед лицом правды. Уже целостность нужна вот эта. Правдивость, искренность, честность. Потому что ж ты будешь последний миг свой говорить.